я бежала в жовто-блакитном цвете, то есть в цвете украинского флага, да, который символизирует голубое небо и пшеничные поля. Ну, понятно, что этим я хотела выразить свою поддержку Украине в этот тяжелый момент. Хотела показать, вот, что, несмотря на то, что в Казахстане доминирует российская пропаганда, кремлевская пропаганда, тем не менее, есть люди, которые поддерживают Украину, а не только Путина и Россию из-за массивной прокремлевской пропаганды. Что было примечательно, когда я бежала вот, по Сейфуллину, там собровцы как бы, оттесняли всех как бы, обычных марафонцев, и половину дороги бежал только это, Аким Алматы Ахмеджан Есимов. И никто не интересовался, всем все равно, да, почему их оттесняют, почему один человек бежит, занимает половину дороги, а все остальные люди занимают одну половину дороги. Потом я сказала там, господин Есимов, что это такое, почему все же равны перед законом, почему вы занимаете половину дороги, да, все остальные другие. И он сказал, пожалуйста. Потом я побежала перед ним, но все равно потом собовцы стали это оттеснять туда, чтобы Есимов пробежал один всю дорогу, всю половину дорогу занимал.